Здравствуйте, меня зовут Елена, моего сына Егорушка, ему 3 годика. С Давидом мы знакомы уже 4,5 месяца. Когда мы познакомились, сыночек мой не разговаривал, не смотрел в глазки, не общался, был в каком-то своем мире. После сеансов он начал спать хорошо, начал кушать хорошо, перестал много бояться. Например, в ванной он боялся голову мыть, купаться. Сейчас он любит ванны, играется с водой, с игрушками. Потом он у нас воспринимал только меня. Папу вообще не воспринимал никак. После сеансов с Давидом он поднимает ручки к папе. Возьми, мол, меня на ручки. Он видит его, общается с ним. Общается со своими братьями, с сестрой. В общем, стал более общительный, стал понимать речь, обращенную к нему. Стал смотреть в глазки. На улице мы не могли гулять вообще без коляски. То есть 5 минут все, он садился и не шел никуда. Сейчас я с ним гуляю и час, и полтора, и два. Он сам ножками идет, смотрит везде, обращает внимание на машины, на деревья, на птиц. Ему интересно, он стал улыбаться больше. Вот. После того, как начал понимать обращенную речь, мы начали ходить на занятия. На занятиях вот недавно он сделал первый рисунок, стал заниматься, делать задания, всякие пирамиды, пазлы. Ну, очень стало ему интересно это. То есть без истерик, без всяких каких-то плача, без всего. Он потихонечку привык. И вот за 3 недели он уже заходит в класс сам, без меня. И занимается спокойно. Выходит счастливый, радостный и довольный. Ему нравится. То есть есть большие, большие сдвиги в этом. Я очень счастлива. Спасибо, Давид. Спасибо, Иосиф, за все за это. Даже это не передать словами, что вы делаете для мамочек, для таких деток. Благодарю вас от всей души. Меня зовут Елена. У меня есть сын Владислав, ему 4 года. Год назад ему поставили диагноз детский аутизм. С осени мы находимся на дистанционном лечении в центре БР «Давид». На тот момент, когда мы познакомились с Давидом, у Владика была ужасная вокализация. Это прошло. У него был очень плохой сон. С той поры сон стал лучше. Это очень-очень радует. Стал лучше зрительный контакт, он стал более послушным, более понимает обращенную речь. Также на детских площадках Владик бывает, играется с детьми. Чуть-чуть, но играется, это очень радует. Могу сказать даже по себе, что когда познакомились с Давидом, я с той поры я стала более спокойна. Хочу сказать большое-большое спасибо всем сотрудникам центра БР «Давид». Особенно спасибо Давиду за его поддержку, за советы. Спасибо вам большое-большое спасибо. Мы верим, что вы нам поможете. Спасибо. Меня зовут Ростислав. А ему 4,5 года. Я хочу поблагодарить Давида и Иосифу за все, что они для нас делают. В свое время мы проходили несколько терапий, проходили генетика, вот, но результат у нас был минимальный. За 3 сеанса с Давидом
У меня у ребенка пошла обращенная речь. Ребенок стал говорить мама и папа. Мы пошли в обычный детский сад. Он стал начал играть игрушками. Появилась ролевая игра. Начал интересоваться окружающим миром, собачками, кошечками, всеми насекомыми, цветочками, листиками. Вот. Также у ребенка пошла речь. Он начал говорить фразами. Его очень хвалит логопед. У нас очень большой скачок в развитии пошел. Вот. Это только начало. Я уверена, что дальше будет лучше и больше всего нового у нас появится. Вот. И что мы пойдем в обычную школу, в обычный класс. Всем доброго дня, доброго времени суток. Меня зовут Люба, я мама Аарона, которому на данный момент времени 6,5 лет. Мы живем в Германии. С 4 лет у Аарона стоит диагноз ранний детский аутизм с отсутствием речи, особенностями поведения. С августа 2018 года мы общаемся дистанционно с Давидом. И в марте 2019 на протяжении 3 недель мы были на лечении в центре БР Давид в Иерусалиме. Сразу же после нашего очного лечения в Израиле у Арона появились очень большие изменения. В частности, пошел фидбэк. Арон стал нам рассказывать о том, что происходило в садике, с кем он играл, что он ел на обед, что он ел в садике на завтрак, что происходило с ним на различных занятиях, на эрготерапии, логопедии, во время занятий у дефектолога, например, в центре по терапии аутизма. Мы очень довольны. Более того, речь стала очень разнообразной, существенно улучшилось понимание обращенной речи, и я все это связываю с проведенным трехнедельным лечением в Израиле, потому что ни одна терапия до этого не приносила таких результатов. Огромное спасибо центру Бейер Давид. Здравствуйте, меня зовут Юля, я мама Маши, которой сейчас 3,5 года. С Давидом мы познакомились в сентябре 2018 года и начали дистанционное лечение. Месяц назад мы были в центре Бейер Давид в Израиле. За это в результате дистанционного и очного лечения Маша стала спокойная, веселая. Она слушает, что ей говорят. У нее появился хороший глазной контакт. Она стала интересоваться игрушками. В общем, мы смотрим и радуемся результатами, достигнутые благодаря центру Бейер Давид и дистанционному лечению. Моего сына зовут Ахан, ему скоро будет уже 7 лет, и я хотел бы коротко рассказать о нем. Вот, в общем, у него раньше был аутизм и умственная отсталость, но за полтора года общения дистанционного с Давидом и сеансов по скайпу Ахан избавился практически от всех признаков аутизма. Начинали мы практически с нуля, и Ахан догнал в своем развитии 3,5 года возраста. Но развитие пошло дальше медленнее. Ахан как будто бы истощил свои ресурсы. И мы поняли, что сеансов по скайпу уже недостаточно, и мы решили поехать к Давиду. Мы поняли это, что нужно ехать. И вот мы недавно вернулись 3 месяца назад из Израиля, и развитие Ахана пошло быстрее, то есть такой рывок. Сейчас мы уже готовимся к школе, и я сейчас могу официально заявить уверенно на 100% то, что у Ахана сейчас нет аутизма. Осталось только догнать в развитии его сверстников. Мы готовимся к школе, как я уже сказал, в этом году. И мы все-таки продолжаем еще общение с Давидом и сеансы с ним. Он нам дальше помогает, но уже цель перед нами стоит не вывести Ахана из этого состояния, а раскрыть его потенциал творческий. Речь идет уже о больших целях.